Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. В мае я сделала ролик с разбором клипов с Евровидения. Я увидела, что ролик понравился, и поэтому я решила продолжить эту тему. И сегодня мы с вами поговорим о клипах одной очень известной исполнительницы Кэти Перри. Скажу честно, творчеством Кэти Перри я не увлекаюсь, я не была с ним знакома так плотно, как знакома уже сейчас, после того, как разобрала ее клипы. Я слышала ее песни по радио, где-то видела по телевизору, но когда я увидела ее клип на песню «Темная лошадка», так она переводится с английского, я тут же отодвинула в сторону группу, о которой уже начала писать разбор, и решила заняться именно творчеством Кэти Перри. Клипы Кэти Перри — это отличный пример того, для чего нужно изучать историю моды, потому что все ее наряды отлично вписываются в концепцию, они были созданы по вдохновению от каких-то известных художников, от каких-то известных художественных направлений. То есть даже при создании продуктов музыкальная индустрия, стилисту, костюмеру, художнику по костюмам, также нужно обязательно вникать в историю моды. В этом ролике и в следующем мы разберем с вами клипы, которые больше всего мне понравились, и скажу, что анализировать их было сплошным удовольствием. Если вы поклонник творчества Кэти Перри, вы можете сейчас написать, какой клип ваш самый любимый. Я думаю, что он будет либо в этом обзоре, либо в следующем. Ну а мы с вами поехали. Это по-нашему. Этот клип — настоящая радость для любителей искусства 1960-х годов. Хотя, например, в Википедии написано, что при создании данного материала были взяты идеи из 1990-х годов, но, по крайней мере, по одежде я вижу, что это далеко не так. И даже уже первые кадры нас с вами отсылают именно к 60-м годам. Первый образ – типичный лондонский стиль или стиль твигги. Правда, данное платье не асилуэта, а прямоугольное, с перламутровыми пуговицами. Частично сливаясь с голубым фоном, вокруг певицы кружатся танцоры в серых костюмах. Но чем не ассоциации с идеальной степфордской женой и работягой мужем? Тем более, что в этот момент Кэти поет: «Я неторопливо жарю блинчики своему парню, и я свеженькая, как огурчик». Игривости образу добавляют серьги и кольцо в виде цветка. Также к моде 1960-х годов нас отсылают образы, выполненные в стиле оп-арт, которые тогда активно эксплуатировали американские художники тех лет. И также в клипе есть кадры, которые явно навеяны пластицизмом Пита Мондриана. В ту пору, кстати, в 60-е годы, именно в одежду данное направление ввел Ив Сен-Лоран. Оп-арт мы видим в кадре, где Кэти Перри якобы едет в машине. На подтанцовке черно-белые платья с ромбами, на певице туфли с тем же принтом. На черном платье Кэти Перри мы видим поп-арт мотива в виде губ, в ушах серьги в виде игральных костей. Намек на коллекцию 1965 года Ива Сен-Лорана и стиль Пита Мондриана мы видим в другой сцене, где дизайнеры сделали так, чтобы платья девушек совпадали по рисунку с фоном. Песня поется о гламурном образе жизни, о том, что все отложенные деньги надо потратить на выпивку, на клубы, на караоке, на винтажные наряды от Шанель, поэтому некоторые кадры демонстрируют нам роскошный отдых. Меня впечатлил кадр, где певица лежит в ванной, заполненной бусинами, а на ее шее огромная жемчужная нить. В другом кадре она отдыхает на футуристичном лежаке в пестром купальнике с ломтиком арбуза. В ушах серьги в виде пиццы, на глазах очки в виде сердец. Также есть два достаточно интересных образа с мини-юбками. Первый, где Кэти Перри играет в пинг-понг в комплекте, спортивного шика которому придает плиссированная мини-юбка, как у теннисисток, повязка на голову и гольфы. Полосатая рубашка с перфорацией и белоснежным воротником, туфли на массивных каблуках не дают стать образу чисто спортивным, добавляют нотку гламура. Второй – рядом с фургоном мороженщика, где певица одета в мини-юбку из лакового материала, который лично мне своей гладкостью напоминает шоколадную глазурь эскимо. Еще мне понравились серьги на Кэти Перри. Их не очень хорошо видно, но они напоминают небольшие флакончики духов с залитой туда жидкостью.
За весь клип, как я смогла насчитать, Кэти Перри сменила наряды около 11 раз. Если не видели этот клип, обязательно посмотрите и посчитайте сами, вдруг я ошиблась. Еще один клип, где явно эксплуатируется стиль 1960-х годов. Прикованные к ритму. Который был снят в Калифорнийском парке развлечений «Столица острых ощущений». Клип интересен не только сюжетом и нарядами, но и смысловой нагрузкой, ведь песня поется об иллюзорности этого мира, о том, что мы с вами живем каждый в своем пузыре, хотим носить розовые очки, не видеть бед, каждый живет совершенно в своем ритме, не хочет его менять, хотя в этой жизни мы с вами могли бы добиться гораздо большего, чем сейчас. На просторах интернета я наткнулась на такую интерпретацию происходящего в ролике. Клип повествует о нашей жизни, которая представлена в виде парка развлечений, забвения или обливия. Логотип этого мира – буква О с белкой в колесе, символ суеты человеческой жизни. Здесь мы видим множество посланий в виде названий аттракционов и надписей. Величайшая поездка во вселенной, большое падение американской мечты, ассоциации с мечтой жить в небольшом уютном домике, а также, вероятно, символ обвала рынка недвижимости. «Люби меня». Отношения мужчины и женщины представлены в виде аттракциона, который дает человеку потрясающие, мощные и яркие ощущения. А вот зомбированная очередь идет к беличьему колесу. Надпись на стрелке говорит, что время ожидания 1984, а потом меняется на число 1983. Для меня значение этих дат осталось неясным. Я сколько не думала, ни сколько не читала, не смотрела интервью, я так и не смогла понять. Если у вас есть какие-то предположения на этот счет, то обязательно напишите в комментариях. Вот люди садятся на аттракцион «Нет места лучше дома» и перелетают через забор с надписью «Безопасное путешествие домой». Пока летают ядерные ракеты, угрожая погубить человечество, это уже делает огненная вода, которой приглашает насладиться бар «Адская H2O». Кстати, сразу после падения ракет мы можем увидеть сахарную вату в форме гриба, взрывы атомной бомбы. Затем все посетители парка идут на просмотр фильма «Ядерная семья», надевая 3D-очки. Возможно, как вот я поняла данную сцену, это говорит нам о том, что каждая семья может жить спокойно, заниматься своими повседневными делами, пока в стране есть ядерное оружие, которое может обеспечить безопасность жителям своей страны. Пока зрители смотрят это шоу, героиня Кэти Перри видит, как из экрана выходит певец Скип Марли, внук Боба Марли. И в этом некоторые увидели образ Иисуса, Спасителя. На это же намекает его белый костюм и плащ с геометрическими деталями. Стоит сказать, что этот клип подвергся жесткой критике из-за якобы скрытого политического подтекста. Например, в обзоре музыкального сайта Sputnik Music песню назвали «банальной рекламой для Хиллари Клинтон». Клип был выложен в сеть сразу после поражения в 2016 году на президентских выборах Хиллари Клинтон, президентскую кампанию, которая так активно поддерживала Кэти Перри. После победы Дональда Трампа певица решила выступить в акциях против его деятельности, и некоторые зрители, которые видели данный клип, в некоторых моментах нашли глубокий такой спрятанный смысл. Например, в одной из сцен люди перелетают за большой забор. Это связали с политикой Дональда Трампа в отношении беженцев и иммигрантов с возможным строительством стены на границе с Мексикой. Костюмы в клипе относят нас к стилю 1960-х годов, когда не только носили так вот по-бабушкиному, да, как сейчас говорят, завязанные платочки, но тогда в моду вошли синтетические материалы и космический стиль. По словам стилиста, Кэти Перри должна была ассоциироваться с футуристичным образом Мэрилин Монро, о чем свидетельствует первый комплект, отсылающий к известному платью из фильма «Зуд» 2007 года. На Розе, так зовут героиню клипа, белый топ из глянцевого материала, похожего на латекс. Посмотрите на интересную деталь – повязка на шее, которая превращается в замысловатую деталь под грудью. Поверх топа надет плащ с воротником на жестком каркасе и плиссированной нижней частью. На ногах белые бриджи, в ушах серьги в виде прозрачных музыкальных пластинок.
В этом комплекте героиня ходит среди женщин, которые одеты в разноцветные платья с геометрическими узорами, в таких же футуристичных комплектах, которые дополнены дождевиками и элементами из пластика. На головах многих дамочек платки, завязанные под подбородком, как было популярно в 1960-х. На ногах обувь, напоминающая лунные сапоги Андре Курежа, созданные в тех же годах. Интересно посмотреть на сладкий комплект спутника девушки Саймона, розовый костюм и рубашку с голограммой. В кинозале Роза появляется в космическом платье, сшитом из металлизированной ткани. На голове характерно повязанный платок из пластика. В самом конце ролика мы вскользь можем увидеть героиню, входящую в беличье колесо. На ней спортивные брюки, блестящие кеды и сложная блузка с баской. Вблизи похоже, что блузка пошита из ткани типа атласа и дополнена металлическими элементами. Калифорнийские девушки. Клип начинается с того, что открывается коробка, напоминающая игры для девочек. Сыграть в эту игру нас приглашает рэпер Snoop Dogg в костюме тройки. Брюки с белыми атласными лампасами, жилет с розовой спинкой, пиджак с отделкой лацканов белоснежным атласом. Все это усеяно рисунком в виде сладостей. Комплект дополняет белоснежная рубашка и атласный розовый галстук. Гладкая переливающаяся ткань выбрана не случайно. Она выглядит карамельно, вкусно, что отлично вписывается в концепцию. Snoop Dogg сидит за столом среди тортиков и карамелек, но это не просто вкусняшки для чаепития. Это и есть настольная игра, куда он ставит фигурку Кэти Перри, а затем кидает игральные кости. Платье героини выполнено также из гладких, переливающихся разноцветных тканей, а также обильно украшено фигурками мороженого, кексов, стразами и блестками. Вышивка стеклярусом выглядит как посыпка на белоснежной глазури. Крупное колье как будто выполнено из карамелек. Светло-розовые чулки завершают сладкий и наивный образ, а вот коктейльные туфли на платформе и с открытым носом, какие были популярны в конце 2000-х, начале 2010-х, мне лично кажутся неудачным выбором. Пока игрок кидает игральные кости, героиня бродит по тропинкам, вызволяя других персонажей, то из пузыря, то из мармелада, то из ледяной упаковки. Интересно увидеть, что у жвачки боди выполнены из ткани, похожей на латекс, совсем как настоящая тянучка, и верх оформлен, как лопнувшая жвачка. Платье мармеладки блестит, как и ее желейная темница, а наряд шоколадки представляет собой масляную ткань, замысловато обернутую вокруг тела. Калифорнийские девушки, мы незабываемы, в коротких шортиках и бикини, с загорелой кожей, поет Кэти Перри, лежа на облаках и сладкой ваты, на ее пальцах кольца в виде пирожных. В другом эпизоде она подходит к дому Человека-печенья, как будто из мультфильма «Шрек». Как лично мне показалось, это отсылка к девочкам-скаутам, которые разносят печенье по домам, носят береты и куртки с нашивками. Мне понравился берет, как будто украшенный шоколадными ломтиками. Интересны образы девушек во время танцев на пляже, где Кэти Перри сменила лиловый парик на синий. Ее одежда холодных цветов и блестящая ткань выделяется на фоне девушек в одежде теплых оттенков. Танцующих много, а акцент надо сделать именно на Кэти Перри. Все девушки одеты в короткие шортики и интересно задекорированные лифы. Тут море вдохновения для любительниц рукоделия. Мне, например, понравилась белая майка на девушке с розовыми волосами, где сделан круглый вырез в виде колеса, вокруг которого игриво расположились помпоны. А на груди Кэти Перри возвышаются пошловатые тортики, вишенки, которых ассоциируются с сосками. Затем в коротком фрагменте певица танцует рядом со Snoop Dogg'ом в платье, которое больше похоже на доску с детской мозаикой. А завершается клип фееричным пусканием сбитых сливок с груди Кэти Перри, которая одета в роковой комплект, который уже нельзя назвать сладким, разве что клубничным. Это только первая часть разбора клипов Кэти Перри. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а в следующем видео вы увидите продолжение. Мы разберем с вами еще несколько клипов, которые достаточно интересные, которые я бы советовала к просмотру. Мне будет интересно знать, нравится ли вам формат вот такого ролика, когда я разбираю клипы, разбираю наряды в них. И, кстати говоря, обязательно пишите, если вы знаете еще каких-то исполнителей, с классными яркими клипами, где можно посмотреть интересные варианты костюмов, потому что я в музыкальной сфере не очень хорошо ориентируюсь, но, возможно, вы можете что-то подсказать. Ну все, дорогие друзья, ждите следующего видео. С вами была Наталья Ксенчак.